Вот. Ну, собственно, мы пробили пелену облаков. Видим восходящее солнце тоже там за пеленой, соответственно, небольшой. Вот. Где-то там внизу под нами находится Уссурийск. Вот. Нас тут со сменой высоты несколько разворачивает в разные стороны. Но в целом полет нормальный, да, Виолетта? Да. Вообще не страшно. Расскажи что-нибудь. Не страшно? Да, когда мы взлетали, вообще ни разу не страшно. А когда было страшно? Когда начали воздух нагнетать и горелки включать активно. Ну понятно. Что тебе нравится больше всего? Мне нравится туман. Туман? Да. Или облака? И косуля мне понравилась. Да, мы косулю видели. Мы ее разбудили, и она убежала. Угу. Вот. Ну, в общем, полет нормальный, высота порядка километра, ну, где-то, да? Почти. Ну, чуть-чуть меньше, да. 980 метров. Вот. Если флаг сильно не развивается, это значит, что мы по течению ветра идем, и направление ветра не меняется. Если он начинает колыхаться, значит, наша инерция наталкивает нас на несколько иной вектор течения воздуха, нас начинает разворачивать, но, соответственно, интересный такой вот индикатор. Так вообще ощущение полного штиля практически постоянно. Вот наш шарик. Один из самых последних. Ну, ладно, уже 2 минуты. Может быть, мы что-нибудь еще, если будет что рассказать, всем привет. Расскажем.